22 июня, в День памяти и скорби, в России отдают дань уважения и чтут память погибших на полях сражения Великой Отечественной войны. В этот день ровно в 4 утра у обелиска Победы на Ринмаре началась акция «Свеча памяти». Таким же ранним июньским утром 1941 года фашисты вероломно вторглись в нашу страну. Вспомним тех, кто первыми приняли неравный бой. Пограничники и моряки, летчики и танкисты, пехотинцы и артиллеристы. День памяти и скорби. Этот день для тех, кто пережил и выжил. Для внуков и сыновей миллионов солдат, которые ценой жизни сохранили мир, в котором мы живем. Участие в акции «Свеча памяти» у обелиска Победы приняли руководитель Ненецкого автономного округа, депутаты, представители правоохранительных органов и МЧС, военнослужащие и волонтеры Победы. Они зажгли свечи памяти и возложили цветы к обелиску павшим на фронтах Великой Отечественной. Акция «Свеча памяти» в рамках патриотического проекта «Без срока давности» прошла во всех городах России. Сегодня мы должны быть достойны памяти поколения победителей. И они своим примером нам доказывают, как надо жить, любить свою родину. И сегодня в своих делах и поступках мы должны руководствоваться именно этими мыслями, чтобы сделать все для того, чтобы защитить память об этой страшной войне. В воскресенье 22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут по радио прозвучало историческое выступление Народного комиссара иностранных дел СССР, заместителя председателя Совнаркома СССР, члена Политбюро ЦК ВКПБ Вячеслава Михайловича Молотова, в котором он официально сообщил советскому народу о нападении нацистской Германии на Советский Союз и объявил о начале войны. В память об этом историческом событии ровно в 12 часов 15 минут в России объявили минуту молчания. Почтить память павших минуты молчания к обелиску Победы пришли жители Ненецкого округа, ветераны и молодежь. Они возложили венки и цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны. Катрина Тайбарей, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, телеканал «Север».